В эту пятницу в Алматы стартует международная велогонка «Tour of Алматы». На соревновании честь Казахстана будет отстаивать команда «Астана Про Тим». Общий призовой фонд составит 40 тысяч евро или более 17 миллионов тенге. Организаторы отмечают высокую профессиональную подготовку отечественных команд. Она пройдет уже 7-й раз в этом году. Ну, и результаты налицо, все мы их прекрасно видим. Организована в городе Алматы профессиональная команда. Ну и ряд любительских велогонок все равно также придает большой импульс развитию велоспорта как в нашем городе, так и в целом в нашей стране. Состязание пройдет в два этапа. Первый день шоссейной велогонки пройдет на территории индустриального парка. Второй этап начнется у Ледового дворца «Халык-Арена».